С 14 по 25 ноября на территории Вологодщины стартует всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В акции примут участие все правоохранительные органы региона, а также органы исполнительной власти, ответственные за сферы здравоохранения, образования, социальной защиты. Целью акции является привлечение жителей области к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и повышение уровня их доверия к правоохранительным органам. Нам очень важно участие неравнодушных жителей в этой акции, потому что с их помощью раскрывается много тяжких преступлений. По большому счету, лица, которые занимаются распространением наркотиков, являются серийными убийцами, которые методично истребляют наших сограждан. Можно позвонить в любой территориальный орган, дежурную часть по телефону 02 и сообщить ту информацию, которую вы располагаете. Кроме того, можно получить будет в период акции консультации специалистов по вопросам лечения, реабилитации, ресоциализации наркозависимых лиц. С каждым годом уровень доверия граждан к правоохранительным органам повышается. Только в этом году за первый этап операции поступило 30 звонков, по которым были проведены соответствующие мероприятия, и лица, участвующие в незаконном обороте наркотиков, были привлечены к административной либо к уголовной ответственности. Более подробную информацию о целях и задачах акции «Сообщи, где торгуют смертью» вы можете узнать на официальном сайте УМВД России по Вологодской области.